Здравствуйте. О. Кто вызывал начальника поезда? Наконец-то. Спасибо. Это неслыханно. Слушайте, это безобразие какое-то. Ну, успокойтесь. Какая у вас проблемка? Проблемка? Ничего себе проблемка. Я купила билет. Я купила билет в этот вагон, вот на это место. Понимаете, я прихожу, а здесь мужчина, и у него билет на это же место. Что, бывает? Ну, ничего себе бывает. Ну, мне двое суток ехать, ну, мы же не можем спать на одной постели. Ну, успокойтесь, ну, сейчас все решим. Я же как-никак начальник поезда. Ну, так вот и решайте, что не давайте, ну, найдите ему какое-то другое место. Нет, это невозможно, все места заняты. Ну, хорошо, а что вы тогда можете? Ну, сейчас, ну, что-нибудь... придумаем. Уважаемые товарищи, пассажир и пассажирка, я, как начальник поезда, данный мне властью, объявляю вас мужем и женой. Чего? Теперь вы можете спать в одной постели совершенно спокойно. Совет вам, да любовь. Спасибо. Извини, друг. Как говорится,